Нифига маленькая. Я не понимаю, ты там трусы забыл снять? Я вижу, что ты меня сейчас смотришь, и я спрашиваю. Снять, звонит он. Ёбнутый, реально штаны забыл снять, походу. Все, я больше на твой звонок. Лучше бы мне на роллы скинул. Звонит, звонит. Не, я бы сейчас поела роллы, кстати. Если бы были деньги. Ну как их тут заработать их никак. Да я, в принципе, не есть, которые одеваются на камеру, и то не факт, что им заплатят, но я таким не занимаюсь. Как-то так. Почему? Что почему? Они не выводятся у меня. Там написано никак, ну типа... Я пробовала, там написано от 100 долларов только выводить можно, а у меня типа один написано. И все. Ее характер плюс вайп. Тогда работай, солнышко. Не успеваю, у меня до 7 учеба вечера. Такие дела, так бы с роллы поела. Фильм какой-то посмотрела. Тогда учусь. Учусь, но за это деньги не платят, за то, что учусь. Скоро я буду заканчивать трансляцию свою. И мы с вами, скорее всего, больше не увидимся. Через 5 минут, думаю. Увидимся еще. Да не, не увидимся. Я вести не думаю больше. Знаешь, гигабайтов вообще много жирает. У меня за 2 дня съело 20 гигабайт вот это приложение на Мегафоне. У меня Wi-Fi. Ну, тебе повезло. Чё, думаю, заканчивать трансляцию сейчас? И что на роллы мне скидываете, лысы? Шучу. Ну, хотя я бы не от... Ну, я шучу, конечно, но я бы не отказалась. От роллов. Спать хочешь? Нет, я спать не хочу. Я хочу роллы кушать и фильм какой-то ужастик какой-то смотреть. Вот что я хочу. Болеешь, всегда одеваешь. Выздоравливай, спасибо. Пишите в личные сообщения. Кто хочет мне на роу скинуться? Ладно, я пойду, а тут что еще сядет. Я тоже. Пока-пока всем.